Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Я рисую пирожок. Смотри, какой у меня румяный получился. Ой, да, аппетитный пирожок. А ты что, Шунечка, нарисовала? А я бублики. Бублики? Да. Ой, целая связка. А я знаю, почему мы эту вкуснятину рисуем. Да, и я знаю, потому что скоро обед. Ой, кто это на кухне у енота чебуртит? Кто это может быть, а? Не знаю. Страшно. Нет, душонечка, вот совсем не страшно. Да что же ты, Зубок, под стол забрался? Пойди, погляди, кто там пыхтит. И погляжу, кто пыхтит сейчас. Нет, что-то мне как-то неохота, Шунечка. Неохота? Мне все понятно, Зубок. Ничего тебе не понятно. Вот чем тут сидеть, лучше в гости сходить надо. Кому это? Кому-кому, а? О, к бабушке Федоре, Загадкина. Точно. Может, она знает, что это за зверь у енотыча поселился. Только скорее. Да, и потихоньку. Раз, два, три, четыре, пять. Мы в Загадкина опять. Ой, здравствуйте, касатики! Добро пожаловать в гости! Тихо-тихо, бабушка Федора, здрасте! Вы чего шепчете-то? Аль боитесь кого? У нашего енотыча в кухне кто-то пыхтит! Да, у этого пыха глаза как две кастрюли, голова как гора, о. А зубище, во, такие большие, огромные! Как же ты разглядел, Зубок? Мы же с тобой под столом сидели. Ой, Шунечка, у страха глаза велики. Да. О, ой! Что? Он за нами прибежал сюда, Шунечка. Ой, прячьтесь, слышишь, скорее, бабушка Федора! Прячься под стол, бабушка. Ой, касатики, да вылезайте, не бойтесь. Это не ваш, это мой пых. Между прочим, добрый. Добрый? Очень добрый. И вот если вы отгадаете мои загадочки, то я обязательно вас с ним познакомлю. Отгадаем. Вот и хорошо. Первая загадка такая. Сама невкусна, а с ней все вкусно. Что это, думаете? Какая-то непонятная пища. Да, так, бабушка Федора, да. Без подсказочки здесь не обойтись. Ну, тогда получайте подсказочку. Давайте. Она в воде родится, а воды боится. Угу. Да, где-то я уже слышал эту загадку. Зубок, нам ее тетушка Матильда недавно загадывала. Вот, Матильдушка, ну молодец, а! Да, ну и что же это? А я забыл. А я вот помню, это соль. Соль из воды получает, а если соль опустить в воду, то она исчезнет, растворится. Верно, Шунечка. О, смотрите. Ну, а теперь новая загадочка. Бел как снег, в части у всех. В рот попал, там и пропал. Что-то я вот так сразу не отгадаю. А я подскажу. Много этого белого есть нельзя. Зубы могут заболеть. Знаю. Нам все время про это доктор Зеленкин говорит. Правильно, Зубок. Это сахар. Верно, касатики. Это сахар. Какая красивая у вас сахарница, бабушка Федора. Цветочками. Ну ладно, не отвлекайтесь. Загадки еще не закончились. Следующая такая. Белая бочка, нет ни сучочка. Что это за бочка? Я видела у енотыча бочку. Она вся в сучках. Да и вовсе она не белая. А эта загадка не про бочку енотыча. Подсказочку-то хотите? Да, хотим. Появится из бочки писклявый комочек. Писклявый комочек? Это же цыпленок.
Значит, это бочка яйцо. Верно, Шунечка. Ну что ж, а сейчас загадаю сложную загадочку. Вы готовы отгадывать? Готовы! Хорошо, слушайте. Колосок – пшеничный дом. Дом набит тугим зерном. Зерно свезут на мельницу, оно там перемелится. Войдет пшеничная река, а выйдет белая... Мука! Верно, верно, касатики. Честно говоря, я не думала, что вы осилите эту загадку. Ой, бабушка Федора, слышите? Опять кто-то пыхтит. Так кто же это, бабушка Федора? Сейчас узнаете. В теплую воду надо положить дрожжи и муку и дать настояться 3 часа. Добавить еще муку в воду, потом соль, сахар и яйца. Теперь понятно, Зубок, почему бабушка Федора загадала нам загадки про муку, соль, сахар и яйца. Да, теперь мне тоже, Шунечка, понятно. А потом надо все хорошенько перемешать, вот и получится тесто. Это тесто начнет подниматься, пузыриться и жаловаться. Надоело мне пыхтеть, поскорее поставьте в печь. А, я все поняла, Зубок, это пыхтит тесто. О, слышите, слышите, опять пыхтит тесто, Шунечка, когда поднимается. Верно, верно, касатики. Так что не стоит его бояться. А скоро это тесто превратится в ваши любимые пирожки. Да, 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 да. А для этого вы обязательно мне должны помочь. А можно я, бабушка Федора, буду тесто раскатывать скалой? А я пирожки делать, это так интересно. А потом мы еноту еще поможем справиться с тестом. Но сначала давайте с ребятами попрощаемся. Давайте. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. До встречи в деревне Загадкино.